All you died. Всем привет! На следующей части, 22-й уже по счету, по убийству Салгрина. Привет, Тор. Ну, упоролся, ну, как бы упоролся, не упоролся, скажем так, заболел. Ну, в плане, почему я вдруг во вторник и на те стрим, да, днем. Ну вот, поэтому тут такая есть проблемка, ну я простыл просто, поэтому я, наверное, микрофон буду лишь только включать иногда, когда нужно будет что-то ответить там, ну, то есть, ну типа того, короче. Так, сейчас я поставлю кнопку на включение-отключение микрофона. Не, бубнить, наверное, задний план не буду, так что говорю, ну, на вопрос, ну, на, короче, на сообщения из чата буду отвечать, наверное, иногда, может, какие-то комменты будут проскакивать, ну, в общем. Так, все, включение-включение работает. Ну, в общем, поехали. Да нет, не бомбит, просто я же говорю, я болею. Да вот, простыл, когда машину там перегонял. Походу, где-то переохладился, так скажем.
Ну и зря тоже, зачем? Я не вижу в этом смысле. Тем более, я понимаю, если бы ты там работал или учился, но ты ни то не делаешь. Ты вообще просто так сидеть, что ли, ну, типа, вот, ну. Зачем? Не надо меня умолять учиться. Я уже отучился свое. Так, ну на третьей стадии я буду включать микрофон, а то мало ли вдруг пройду, да. Вот это бы размиксы. Опа. А, все-таки бомбочки в воздухе убивают. Мамадора? Не знаю. В смысле, ты хочешь типа подсказать им тактику для вот этого бомбермена? Или чё? Вообще, если честно, мне уже надоело Фулгрина убивать, блин, надо уже заканчивать. Через 3 дня выходит Wings of Fee, я хочу пройти, да, перед этим хотел бы больше закончить. Но, блин, какого черта я его не закончу, потому что у меня ближайший стрим только в четверг, и чё? То есть за 2 стрима должно быть Фулгрина, ну, блин.
Фиг его знает. Фух, размикрил еле-еле. О! Так что, рано или поздно же стрим закончится, причем скорее рано, потому что я быстро устану, говорю, более состояние так не очень. Так что тебе придется пойти стримить, потому что больше никого нет. Не знаю, что это за игра, видел, что там кто-то ее стримит, собственно, из К2 ТВ. Кто-то, кто у меня выбран, я уже не помню. То ли Кенгуру, то ли Крилбаст, что-то, блин, забыл. Ну, короче, кто-то стримит. Но я саму игру не видел, даже, ну, что-то не заходил. Yeah.
А чё вообще, какого жанра-то ты играешь? Ну, вообще-то. Жанр, сеттинг. А, ну то РПГ мне не очень. Ну, аниме по игре это нередкое явление, отнюдь, очень даже нередкое. Ну, блин, даже пару примеров могу вспомнить. Final Fantasy, седьмая, это, покемоны. Да не, на самом деле их не так мало, когда аниме по игре. Учитывая, что я аниме... А, не увлекаюсь. Ну, больше, но это не значит, что редкость, когда нету аниме по игре. Я же не сказал, что их одинаково или наоборот, больше по игре. Ну, просто так сказал, как будто это вообще исключительное что-то. Так, поехали. Так. Да как? Ну жесть, блин. Симулятор бросания какашек, кого жесть.
Ах ты ж, да как же его размиклить-то, а? Мне пророк говорил, типа, вообще, как можно слиться на этом бомбермене? Типа, это вообще какая-то ерунда. Да что-то незаметно. Вот это жесть была, конечно. Вот это жесть отстрелился. Сейчас, секунду. У меня стрим почему-то не онлайн на FP2 TV. Thank you.
кто кого убил? Я? Салгрина? Да не, подожди, не. У тебя глюки. Я забыл. Кто-то написал-то. Ты убил же, ну.
Привет, Ольга Бастия. Я тут с редкими комментариями играю, потому что я болею насморк. Биллион — это миллиард, просто биллион — это по-английски.
Так ты пишешь по-русски-то английское слово, транслитом. Я. Поехали. Хадукин. Так, что с этим делать? Так, я помню, ням-ням-ням. Я в этот раз забыл, это вообще был позор. Капельки. Ах, ты слишком сильно подкинул.
Да лол, что это было? Есть свои плюсы от того, что микрофон выключаю. Вы не слышите, как я говорю. Привет, Картофан, я тут, можно сказать, без микрофона, только иногда включаю, но просто приболел, короче.
Так, ну поехали. Удачно. Капельки. Так, ну и помпа. Упоротая игра, привет, блин, сложно ник почитать. Халилуджа. Ну, игра нормальная уже для меня. Вначале тоже думал, что упоротая. А сейчас уже либо игра нормальная, либо я упоротый. Да, это была гениальная смерть.
Поехали, третья стадия. Не, ну хотя бы до помпы надо, блин, всегда доходить. Ну, дошел. Привет, Justop Server. Но если бы в конце этого стрима, то это было бы круто, но что-то мне кажется, все-таки это несбыточно. Думаю, все-таки не на этом стриме. Ну, что-то вот пока не идет. It's
А смысл от этого помогает? Блин, там третья стадия проблемная, и там вообще не надо никого стрелять. Ну, по крайней мере, из того, что я видел. Так что то, что я первую стадию там заспамливаю, ну и что? Это мне вообще ничего... Ну, это нет, это мне дает то, что я на первой стадии вообще не парюсь, то есть просто быстро ее пропускаю и все, но как бы зато, блин, дальше это вообще никак не помогает. Ну уж за 5000-то смертей научился первую стадию-то проходить. Наконец-таки. Пора бы уже. Да уже вторую практически научился. Ну просто она иногда затравливает конкретно, что там уже учись, не учись. Ну и даже Калиманду же погибает на второй стадии иногда. А я тоже проходил полностью. Чё, думаешь, сразу так спамил, что ли? Нет. А, ну тогда не знаю. А, Калиманду даже до волн не доходит. Ну он жесткий вообще, чуть-чуть. Сомневаюсь, что он вообще человек. Короче так, сейчас я на этом стриме играю как обычно, да, продолжаю. Ну, если за этот стрим там никакого продвижения не будет, или, ну, там, может, случайно там не убью, да, его, то на следующем стриме уже тогда просьба те фазы, которые я уже видел, хотя бы одним глазком, подсказывайте. Ну, потому что я уже задолбался его убивать, честно. Ну, просто задолбался убивать его, блин, уже. Надо его быстрее убить. Вот такие дела. Yeah.
И, кстати, этот Джастап сервер, ну я думаю, сейчас-то ты запросто на первой стадии его заспамишь после того, как Микамена убил на рейпе-то. Я думаю, вообще никакой проблемы не составит. Не, да, вот на рейпе-то не заспамишь. На рейпе-то даже с Гаста, я думаю, не заспамишь. Ну сколько там получается? 100, да, наверное, у него будет? Не, 100 многовато. Я думаю, там где-то... Ну, может, 20 где-то там оставишь, если в лучшем случае, наверное. Да и то, мне кажется, это с трудом. А кстати, насчет это. Ну еще насчет первой стадии, почему я его тогда спамливаю? Не просто потому, что там могу, да, а потому что я, ну, очень задолбался на этих телепортах дурацких, которые затраливают, ну, в конце первой стадии. И просто, ну, как бы решил, что, блин, надо до них не доходить. И стал тренить за спам. Именно на первой стадии. Потому что затраливали не очень часто. Ну и к тому же время тоже отнимает. Долго первую стадию проходить с ними. Ну как бы время это было не самое критичное, а вот именно то, что я постоянно умирал именно на них. Ну и иногда еще вот, когда там после Соника летят зеленые сверху, на них иногда тоже погибал, бывало. Не знаю, почему тайминг не ловил. Ну, сдохнешь, нет? Вот. Да что?
Ну как это, блин, получить? Что вообще не пропёрло? А я не говорил, что это легкое. Я говорил, что, по-моему, мне показалось, что я вроде как бы научился ее размикривать, но, видимо, показалось, просто повезло. Но я не говорю, что легкий. Или я говорил, что легкий? Ну, вроде нет, не говорил. Но если говорил, то я, значит, был просто в упоротом состоянии. Здесь ничего нету легкого. Даже первая стадия не легкая. Я просто ее затренил, но она, блин, ни хрена не легкая. Хотя, конечно, по сравнению с остальным боссом она легкая, но, блин, все равно. Как бы я вспоминаю, как я первый раз проходил всю вот эту больше, да, все уровни, там, все боссов. Блин, вообще в игре ничего легкого нет, абсолютно. Даже первый уровень нелегкий. Просто, блин, когда уже там доходишь до 10-го там, да, или там, ну, после Соника, скажем, то да, кажется, ну, первый уровень-то изичный. Но это лишь в сравнении, а в сравнении с нормальными играми, блин, ни хрена не изичный. Ну, картофаны за 15 часов. Ну, я не знаю, просто за присест за 15 часов. Это не одно и то же, что у меня, я посмотрю там суммарно по стримам, да, через 15 часов до куда я дошел, потому что, ну, я организм-то, наверное, устал за 15 часов, а я как бы каждый раз садился свеженький. Так что это как бы, блин, вообще не одно и то же. Не могу сравнить из-за этого. Потому что со своим, скажем, результатом. Но вообще все плохо из-за того, что ты вообще сел 15 часов, играл в Боши. Особенно впервые играя, ну это реально надо быть упоротым. Ну прям вот всем упоротым, упоротым.
Продолжаем. Да ну его нахрен. Это, ну, я за один присест, я за один стрим дошел до Китти. На Китти у меня бомбануло. И вообще я Китти убивал 1000 смертей. Да, вот это очень печально, но как бы это уже историю не изменишь, так сказать. По-моему, Китти я убил за 3 стрима, что ли. Ну, включая вот первый, когда дошел, потом еще один, и потом еще на одном убил. Только там не было стримов, я без стрима играл тогда. Я же вообще тогда, ну, не на СК2 ТВ его стримил уже больше, а так. Короче, только Тор смотрел один, потому что это он же мне посоветовал больше поиграть-то. Подсадил. Да. Больше барыга подсаживают невинных людей. Давай что-нибудь нормальное. Норм. Капелька. Так. Да что, ну как же там... Блин, они статично, по-моему, падают, да? Они, по-моему, статичные. То есть я просто должен запомнить, на какую платформу прыгать. Ну, то есть, какой на какую. Потому что мне показалось, что они всегда одинаково летят. Да уж тоже не успел среагировать-то, блин, вот слоупок-то. Я же знал, что она сейчас полетит, думал, сейчас полетит, я прыгну и, ну, нормально, размикрю. Кто угодно, только не я. Офигеть, это самый быстрый заспам, который у меня был. Еще на лазере его добил. Походу на ЕЗ-мод его можно еще вообще на порошке на этом добить, да? А, ну да, если я сейчас 19 ему оставил на первой фазе, то значит уже бы он был сдохший на ЕЗ.
Ну это правда повезло как-то, не знаю. Потому что обычно... 25 где-то остается, и то при хорошем еще случае. Ну вот 24. Вот уже хреновый, по-моему, да, 28. Интересно, у Фолгрина есть друзья? Или были до того, как он им дал поиграть в свою игру? Ну сдохни. Да что ж ты. Ну все. Второй паук убил.
Сколько там было у Гитмана смертей, когда он прошел больше в первый раз? По-моему, 27 с чем-то. Походу, у меня все-таки будет больше. Но... Ну, уже осталось полтысячи до 27. Да что делаю, ну, но... Да блин. Но тут мозг нечем занимать. Я все хочу его это... Да не, почему растерянно? Ну просто я же пытаюсь в него направить, а не просто выжить.
Ах, то есть как там был размер? Да блин, там можно выпрыгнуть. А, может, надо успеть сохраниться? Нет, походу не получится, блин. Первый раз как-то получалось до этого. Уже теперь либо убить Сол Грина, либо навечно в перепорте жить. Назад дороги нет. Ну, в принципе, мне это даже в плюс. Ну, сам не пойму, нахрена я пытаюсь его заспамить до этого прыжка. Наверное, от скуки. Нахрен иди. Блин, это вот у меня всю осень, моя проблема осени с Солгрин, вот просто все, сколько вот, по-моему, где-то в начале осени как раз таки начал его убивать. Пипец, блин. Задача года. Уже в образ жизни у меня вошло по четвергам и воскресеньям убивать Солгрина. Ну, сегодня не четверг и не воскресенье, но это потому что исключительный случай. Lucky! 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 Let's go!
Слышишь, я думал, сейчас капельки меня разнесут. Нет, почему завтра среда? Ты вообще-то расслабился, должен стримить и... Ну что ты, блин, не стримишь. Как будто бы есть какие-то дела поважнее, чем стримы. Привет, Феникс Айс. Ну, примерно так и есть. Ну, точнее, даже в свободный день, а не время, потому что свободное время у меня вечером бывает, но вечером я другими делами занимаюсь, ну, другими хобби, так скажем. Ну, иногда вечером Айвана играю. Без комментов. Очередная попытка третью стадию пройти. Ну, или как не пройти, а... Ну, поняли. Продвинуться. Ты хорош! Паучара! Точнее, вообще-то меня не паук даже убил. Ну блин. Если бы не он, я бы не подсидел какой-то такой. Я тебе говорил, что я сделаю, если ты убьешь Солгрина раньше меня. Но если ты убьешь его раньше меня, кроме того, у меня еще будет минус миллион к морали, и очень печально может закончиться там дропом игры, например. Как ты не будешь приходить? Будешь? Кто ж тебя отпустит-то? Взялся стримить, все, обязан зрителям. Стриминг важнее личной жизни должен быть.
Удачно навел. Хорош. Это всего лишь первая стадия, что тут? У меня мышка по экрану едет, ну что за хрень, блин? Ну, я же не читерил на нем тор. Как прошел, так прошел. Я что, виноват, что ли, что я быстро его прошел? На рандоме, там, как хочешь это называй. Ну, я же не читерил. Мистер Икс, привет. Ну, я завтра не буду, скорее всего, стримить. Блин, тут спам вообще не помогает. Ну, пауков надо размикривать, бомбы надо размикривать. Спам вообще здесь. Ну да, помогает только вот первый стадию пройти, но мне от этого не легче на третьей стадии. Да и на второй. Но если вторую я хотя бы прохожу. Да. Нахрена зависон был? Блин, так уже хочется выключить, но я понимаю, что я очень мало что-то времени провожу за Сабрином, и так я могу очень долго убивать. Но я уже очень долго убиваю. Да, игра вот она. Второй стрим.
по Солгрину, ну по 11 уровню. Но сам уровень я прошел за первый же стрим. И то есть уже на первом же стриме на Солгрине даже чуть попытался там, побился. Так что это как бы... Просто ты 22 стрим уже по самому Солгрину. Ну ты видишь, сколько смертей? 5369 смертей именно на этом боссе. А всего за игру 26535. Ну именно на этом боссе 5369. Ну не все, конечно, нет. Но когда выходной, вот, то сажусь днем и как-то. Просто я как бы его хочу с комментариями, да, и ну, чтобы никто не мешал, поэтому надо днем. Ну я говорю, сейчас, если я его не убью на этом стриме, ну а это вряд ли, да, ну хотя всякое, конечно, может быть, но вряд ли. То как бы я попрошу все-таки на следующем стриме уже подсказывать мне. Тех, кто знает. Ну именно те фазы, которые я вижу, понятно, что то есть не спойлерить именно что дальше будет, да, но. То есть, скажем, как там правильно может быть помпы эти развеивать. Как там бомбочки, может, какие-то там тактики есть облегчающие. Все равно мне же это все самому придется делать. Но с тактиками, конечно, проще. Ну потому что, блин, уже реально пипец. Хочу Wings of V уже играть с Родином больше. Да. А потом там это, типа внуки там, да, деда, что мы там будем делать, да, пошли там чем-нибудь погуляем. Ну сейчас только Солгрина попробую добить. За 5 минут. Как задел? Послушай. Нормально так. Не, ну конечно процент прохождения второй стадии у меня явно вырос, но все равно, конечно, часто умираю. Ну блин, на четвертый круг пошли. А, нет, только на третью, да, по-моему.
Дарю, в смысле, вот до Солгринус говорю. Ну, то есть, вот именно здесь, на этом боссе. А, в смысле, до босса? А, все, я понял, до второго босса. Ну да, Долфин учит спамить. Потому что если там не будешь спамить нормально, то не пройдешь. Да, то есть там как бы выбор, либо ты спамишь этого Долфина, этого летящего, либо ты спамишь самого Рю так, чтобы до этой фазы его убить. Ну то есть и так нужно спам. Ну я, например, его убиваю, когда он еще только машину кидает. Но сейчас. А при первом прохождении нет, конечно. Ты, ну... Ты куда, Солгрин? Не, по-моему, 2 часа много. Вон там, вон наверху написано в секундах, сколько я уже его убиваю на текущем стриме. 7400 секунд, это уже много. Просто таймер не сбрасывается, поэтому можно смотреть, так сколько я его сейчас пытаюсь убить. Да иди ты. Да ну тебя. Ну честно, если бы не Солгрин, ну босс вот этот, то вся игра нормальная, терпимая вполне и ничего такого. Даже Соник, ну босс Соник, ну это не такое прям жесть, вот по сравнению вот с этим говнищем долбанным, блин. Извиняюсь, мой телефон там. Ну так вот, на чем я остановился? А, на том, что Солгрин это кусок чего-то нехорошего. Протухшая овсянка. Если бы не он, то игра бы такая няшная была. А так вот, блин, реально, такое ощущение, что вот я играл, и все усилия напрасные. Потому что просто как в стену врезался в этого Солгрина. Ну, конечно, пока я еще его пытаюсь пройти, но, блин. Иногда такие бывают ощущения, что просто непроходимый босс для меня.
Конечно, у меня есть, как бы, ну, по идее, есть опциональный вариант, так сказать. Ну, можно сказать, читерский, но без читов. Как потренить Солгрина? Я могу на ЕЗ мод дойти до него, да, это быстро. И у него там будет в два раза меньше ХП на первой стадии и щит в два раза меньше на второй. Тем самым я смогу очень часто, даже, наверное, практически всегда доходить до третьей стадии и тренить ее. Но пока я не делаю такого. Я думаю, что лучше с подсказками, но... Как бы все-таки на оверейже. Бастия, ты тут или там Тор, ну или кто-нибудь, кто знает этого босса хорошо полностью. Ну знаете, что-то мне, по-моему, все-таки у меня побеждает чувство, что как бы хочется пройти босса перед тем чувством, что типа надо без подсказок. Ну просто уже как бы, блин, реально сдаюсь. Ну, так что, в принципе, ну, хоть бы там, ну, хоть немного скажите, что я делаю не так на третьей стадии. Ну, я имею в виду на помпах. Почему я, блин, не могу никак пройти? Ну, я так понимаю, надо с первой на вторую прям переходить, именно которая рядышком прям появляется, да? Вот я сейчас это подумал, когда вот последний раз погиб. Блин, ну только это надо раньше делать. Ну короче, помпы можно подсказывать, всё. Я, блин, сдаюсь. Ну потому что, блин, все-таки, блин, задолбало. Если бы я сейчас прошел его, было бы идеально. Блин, ну как кто еще? Логи бы те, может. Привет, Ксенрир, ну, паучки были. Тут поется. Тут поется Lol You Died. Чаще всего. Не, на помпе нельзя прыгать. Не, ну предположение это предположениями. Мне бы хотелось уже все-таки. То есть уже время предположений, догадок и проб уже прошло. Мне тупо нужны ответы. Я не хочу больше видеть Солгрина. Это мистер Икс, если можно не спойлерить. Я не видел, что там дальше будет вообще ни разу.
Не, ну он выиграл в плане того, чтобы вот без подсказок, да, я не спорю. Он меня в этом плане одолел. У меня терпение закончилось. Ну просто, ну блин, уже, ну серьезно, ну пипец. Я ничего больше другого не стримлю. Я стримлю только боши, блин. Тупо только боши. А сколько можно? А, Фенрир, ясно. Ну, надо с этим заканчивать. Я хочу и другие игры, но я хочу вначале пройти больше. Одна финалка каждый год, ну это реже, чем Тор. Ну это, короче, ты никогда не дойдешь до 13 там. Потому что я уже сомневаюсь, что даже Тор дойдет там, даже до 10, наверное. Вот, а уж... Если ты будешь раз в год, и только вторая у тебя сейчас, ну это все... До 5 там в лучшем случае, наверное, дойдешь. Просто если вон Тор уже, что-то ему неохота стримить и так далее, рано или поздно же совсем перестанет стримить, скорее всего. Ну, потому что уже просто в жизни более важные дела там начнутся и все такое. Универ сейчас закончится, и я думаю, тогда уже стриминг, наверное, закончится. Хотя, правда, у меня универ закончился, а я все равно стримлю, ну, потому что нахожу время, и мне пока интересно. Но, тем не менее, возможно, что и перестанет. И тогда некому будет больше финалку играть на СК2 ТВ. Срочно спойлеры нужны. Ну удались уже, ну вот удалился. Ого, ты чё там, на Твиче что ли смотришь? Хотя не, я же не делаю рестрим на Твич. Просто ответил спустя минут 5, наверное, на эту фразу. А, долго думал, что написать. Сэнгл, потому что я задолбался Долгрина убивать. Ну все, ну задолбался, все. Не могу я уже терпеть его.
Спойлеры не нужны, а подсказки, да. Потому что, блин, реально жесть какая-то. Ну просто жесть. Да стол не сломается. Деревянный. Да что вы так о столе-то беспокоитесь? Ну, Сэнкл, от тебя подсказки не принимаются, потому что фиг знает, у тебя какие-то... Это, я не знаю, ты за 250 смертей его убил, это вообще мозг взорвать можно. Это я не верю, честно, вот. Я не верю, что за 250 смертей его можно убить впервые играя. Ничего личного, просто, ну просто я не верю. Впервые играя за 250 смертей. Ну или там примерно, да, но неважно, сколько там точно. Да это же, блин, это надо кем быть-то? Неужели настолько днище просто полное, ну просто вот уже, там, не знаю, клешни с рождения просто вросшие, что я 5 долбанных тысяч смертей его пытаюсь убить, и ни хрена, блин. Да я не могу точно понять, как эти помпы размигрывать. Вроде бы понятно, так-то понятно, но что-то, блин, не получается как-то раз. Да, основная, ну, как бы вторую-то я прохожу, как бы время от времени, так что пофигу на вторую. Шкаф как-то сломал, пригорая. Да, именно даже на третьей стадии и с Рю у меня, в принципе, проблем таких нету. Ну, пофигу, что я его не 100% прохожу, да. Ну, нормально, я там, в принципе, понимаю. Ну, с Марио... Виоланты там этим Люкенком, капельками тоже нет проблем. Но именно... именно... Missing No и Бумбермен. Что ж ты меня за это тут в угол загоняешь-то? Вот. Да шатал я тебя. Да сгинь. Блин, не попал вообще почти. Да ж... Если бы еще стабильно доходить до третьей стадии. Да, можно подсказывать, как Бумбермена размикрить. Можно подсказывать, как размикрить Бумбермена. Любые имбо-тактики, но только если это не баги. Баги нельзя, нельзя. Ну, или даже если скажете, я все равно не буду использовать. Ну, Сэндл, хорошо, хорошо. Вот увижу, и тогда вопросы снимутся. Я же давно сказал, я не верю не потому, что я принципиально, да, не могу себе такого даже допустить, а потому что это слишком круто, чтобы просто без пруфа поверить, вот и все.
Самая левая платформа в пустоту. В смысле, в пустоту налево? Потом прыжком назад. Хм. Ну, я попробую. А успокоиться в каком плане? Я беспокоюсь не по поводу тебя, а по поводу себя и Солгрина. И наших с ним отношений. А нервы беспокоиться уже поздно. Не, ну я уже, по-моему, говорил или нет, то, что если бы я, ну, прям именно захотел, да, сильно, я мог бы вообще не бомбить, сидеть спокойно. Но тогда это было бы, ну, это тяжело, да, то есть, как бы, держать эмоции. А смысла это делать я не вижу, ну, то есть, ну, а почему бы не побомбить, да, то есть, чтобы эмоции, когда выплескиваешь, чтобы легче становится. Ну, это... ну, как бы, если прям у меня была бы цель, там, ну, если хотите испытания, то я мог бы не бомбить абсолютно, прям сидеть спокойно. Но, ну, как бы, это ни мне, ни вам не нужно. Да, вот было бы Нево еще такое. А так я просто даю волю эмоциям, ну, чтобы, как бы, это же разгружает, как бы, и психику разгружает, и вообще, то есть... Сделал гадость, душе радость, да? Ну, вот из этой же оперы. Только тут не гадость, а... Ну, там... Бомбанул по клаве, и норм вообще. Не, клавиатуру я сказал, я клавиатуру, у меня она останется целой, только если Тор не пройдет Солгрина раньше меня. А стол, что ему будет столу? Ему ничего не будет. Я же не Халк. Но я думаю, что если с подсказками, то я уже тогда скоро убью Солгрина, но я так надеюсь все-таки. Это когда ты ушатал? Ну, ты во что-то играл или что? Пять тысяч 400 смертей на Солгрине. Пытался печатать. Не, ну такое, конечно, не про меня. То есть я к технике, в принципе, хорошо отношусь.
То есть такая фигня меня не может вывести из себя, типа там не работает. Босс в игре другое дело, а вот именно там что-то не работает, такое меня не выводит из себя. Потому что я понимаю, что это, во-первых, первое, не решит проблему, второе, может усугубить проблему, и третье, ну, вообще, это трата времени, зависит вместо того, чтобы найти реальную проблему. Ну что это должен был делать? Ну, как бы вот в этом и фишка, мистер Икс. Я очень часто пытаюсь мыслить логически в избежании лишних эмоций. Но, говорю, кроме моментов, когда я специально даю волю эмоциям, вот типа вот сейчас, да? Блин, хочу все-таки выйти из телепорта. Не хочет он выходить. Блин, а вроде так близко. Блин, ну не, не хочет он выходить. Ладно, пиздец. Так близко он, так далеко, это ты про сейф? А в смысле, ну, про вылезти из телепорта? Ну да. Да-да-да, ЛТ-мониторы этим были хороши, у них можно было с кулака ударить, и вообще норм. Ему норм, а тебе не норм, сразу отучиваешься бить монитор. Так что у кого был ЛТ-монитор, тот уже в ЖК тоже не будет, скорее всего, бить, потому что привычка. Ну не знаю, Тор.
Ну, клавы есть, которые там всякие гибкие, там, да, их тоже не разбить, как бы. С резиновыми клавишами здесь. Как бы в них там даже если ты корпус повредишь, то если он, допустим, даже пластиковый, то в принципе ничего не случится. Да, клавиатуру сложно сломать, она плоская. Я тоже бил с кулака по клаве, причем, ну, по-серьезному, в принципе. Ну, ничего. Кнопки еще смягчают же удар, то есть они пока прожмутся, да, под кулаком. Потому что клавиатура предусмотрена, чтобы по ней бить. Неплохо я вынесу, ну, сейчас. С ноги это ж как-то умудрился. Я пока встану, у меня уже пройдет эмоция. И как бы уже не. Я логически подумаю, что не стоит бить. Так что я не знаю, как тебе так удалось. Да не убился он, ну как так? Да, хорош, ну блин, тупор ты. А, у меня ножек вообще нету. У меня как бы сама клавиатура чуть такая, ну, формы такой удобной, как бы, что ей не нужны ножки. Выше головы, серьезно? Ну, это должна быть подготовка специальная. Нормально снес, очень даже. На втором цикле должен добить. Если, конечно, не выпадет слишком плохая комбинация. Вот. Total average. Разумеется, тот или верит первое прохождение. Ну все, давай, помпы надо выжить. Да ну парись, ну блин. Почти же было близко. Насчет помп нет подсказок каких-нибудь? Может быть, как-то я не так что-то делаю.
Да не, гуглить не надо, надо, чтобы именно кто-то знал из чата. Там нужно очень точное время провести в струе, и потом из струи вылетать. Очень точный тайминг, потому что чуть дольше, и ты улетишь в потолок. Чуть меньше, и ты просто, ну, ниже паука выпрыгнешь. Долгий быстрее куда-то свалил. Хотелось бы сегодня хоть один раз просто хотя бы уж пройти бомбермена, это тогда можно выключать, а то иначе прогресса вообще нет. Ужасно. А, то есть перед струей быть слева, да, ты предлагаешь? Когда, то есть я еще когда снизу стою. Конечно, я так пока смутно понял, но попробую. Да, ну еще бы дойти до туда. Он мне не дает дойти до туда. All you died и все. Все, что он может сказать. Позвонить Гоге, Тор, предлагаешь. Я извиняюсь, я там некоторые сообщения походу пропустил. Ты спрашивал, Just Observer, хочу ли я спойлер? Да, подсказки, да, я сказал. Все, подсказки уже можно давать, но только на, ну, именно те, которые я видел фазы, да? Но те, которые видел, уже можно. То есть на паучков и на бомбермена можно.
Да что я не второй прыжок не жался, это фигня, я не понял. Он слишком слупочно выезжал. Да что же она не успела вниз-то вылететь? Что-то прям тайминг я не всегда полностью ощущаю. Думал, успею это бить. Так, то есть тут уже левее вставать. А, и у меня был второй прыжок, да? То есть я мог уже вторым прыжком перепрыгнуть этого паука, а и потом просто вниз лететь, и меня бы верхний не задел бы, да, второй? Блин. Походу легко. Блин, походу легко. Ну вот они, да, подсказки, они всегда решают. Если бы я заранее посмотрел всего босса, как проходить, до того, как начал его проходить, я думаю, давно бы уже убил бы. Но все-таки интереснее было самому все открывать. Но, блин, говорю, сейчас просто уже задолбался конкретно. Слишком много, 22-й стрим. Yeah.
Ух ты ж, я думал, все. Это, это было очевидно, ну ладно. Я думал, он заденет. Десять тысяч секунд уже сегодня прохожу. Давно я так долго не стримил больше. Да я думал проскочит, ну что такое-то? Томас, то, что убью босса полностью, нет, ну вряд ли. А хотя бы то, что я смогу бомбермена пройти, да, ну надеюсь, хочу. Увидеть, что там дальше. Маловато снес, но в принципе ладно. Зато выжил. Затрали вот эту штуку. Боялся, что нижняя полетит быстрее. Что немножко не отгадал. Привет, не пока, но. Да ну ж куда ты идешь? Ну там камень стоит, вот такой здоровый. Как его можно было не заметить? Или как, я не знаю, видел я его вроде, а что-то я полез. Oh.
не покана. Ты же понимаешь, что тебя ждет в конце игры, да? Да, вот это. Я тоже приду на стрим, если, конечно, увижу его. Или меня Тор позовет. Да, Тор позовет. Позовет, обязательно позовет. Настрой сейчас просто в режиме предосмотра. Какого комара? А, ну да, я понял, о чем-то. Июль на дворе же. Нормально. По-любому победная попытка. Ну, в смысле, вообще, да? Убью Салкрина. Я верю. Главное верить. А, ну, почти была победная, в принципе. Так и есть. Блин, ну, к сожалению, придется заканчивать рано или поздно, и скорее рано. Потому что, ну, как бы и есть уже хочется, и вообще уже, ну, пипец, блин. Не вяжется играть в одно и то же. Чего? Я же отпустил кнопку. А, только потестить, ну вот. Проверял, можно? Не, просто не пока. Но если ты пойдешь сейчас именно уже стримить, ну, играть, то я, в принципе, просто закончу и пойду посмотреть твой стрим. А если только настраивать, то ладно, тогда пропущу. Вообще настраивать можно и без стрима, там же есть кнопочка предосмотра в ОБС.
Я же видел, что она полетит. Видел. Что случилось в первой стадии? Три часа уже стрим идет. Да не бомбит у меня! Просто упоротый босс. Я смотрел, как он Мегамена убивает, но не до конца, так что не знаю, при мне не убил. Он наконец-то без турбокнопки его проходит. Носгасты. Носгасты это норм, я просто уточняю. Но у него причем даркбоши. У него даркбоши. Это тоже такое облегчение. Да нет, почему? Ну, в смысле, ты имеешь в виду именно для рейпа? Ну... Да не, а смысл? Он просто сделал бы меньше хп так, чтобы без гасты было так же трудно убить, как сейчас с гасты. Ну, если бы именно... То есть я не думаю, что именно ради этого. Вообще ради того, чтобы облегчить немножко задачу, вот и все. Для тех, кто сумел найти секретку, которую там искать-то даже нечего. Забомби давай, ну, есть. Да как это... Как это произошло?
Балтор, ты-то все знаешь, что ты не будешь так мучиться уже. Нет, не совсем разные. У тебя не будет уже кучу смертей на то, чтобы просто понять, как там размикрить очередную фазу на третьей стадии, до которой ты доходишь раз в год просто. Ну, Тор, если ты забыл, я вначале даже не понял, как мне на вторую стадию перейти. Я на эти платформочки прыгнул, и все, и полетел вниз. А ты уже знаешь, что надо наверх. То же самое при переходе со второй на третью. Я оба раза попался. Может быть, это и тупо, но, во всяком случае, если бы я видел, я бы уже точно сообразил. И так много в чем. Ты знаешь, как Соника перепрыгивать. Много чего знаешь. Ну все, ты видел, как бы, ты все знаешь. Знаешь, что тут с краешку надо прыгать. Да, как бы я вначале вообще вот отходил, как бы, да, это было сложнее. Не, ну понятно, что ты за 250 смертей его не пройдешь. Но все-таки я думаю и не 5000. Думаю, примерно как Соник получится у тебя по сложности. А может даже и быстрее. Потому что в Сонике, в принципе, у него эта траектория дурацкая, да, а тут такого нет. Вот в основном почти все статично. Ну да, вот эти шарики затраливают, но мне кажется, это более терпимо, чем в Соник. Ну, по крайней мере, для новичка. А, там легко было. Короче, надо пройти. Надо пройти эту фигню. Пауки вообще изич по этой тактике. Спасибо Just Observer. Заспойлерил, так заспойлерил. И Бомбермен легкий, просто я затупил. Затупило там, реально слева, походу, легче микрить. Потому что там только с одной стороны может прилететь бомба.
Короче, блин, не знаю, надо бомбермена сегодня пройти. Хорошо, да я, короче, делаю так. Еще раз дохожу до бомбермена. И если я его опять не прохожу, ну, значит, на сегодня дропа. Ну или, конечно, если я очень долго сейчас не смогу до туда вообще дойти, то придется тоже останавливать все-таки. Не-не, я не знаю, и не надо спорить, что после него идет. Я только, ну, у меня только свои догадки есть. Так как здесь все боссы появляются, которые были, то не было лишь скелета, Соника и Генона не было. Вот я думаю, кто-то из них троих дальше будет, но спойлерить не надо. Your face will die. Мне что-то вспомнилось. В восторге буду? Ну вот надо увидеть сегодня, что там дальше. Ну хотя бы на одну продвинуться. А, я еще не представляю, что там будет, когда сам Сол Грин появится. Что там у него будут за адские атаки? Какие-нибудь. Ведь его же надо еще убить, значит он появится. И что-то мне подсказывает, что он там не будет изичным. Наверняка он самое говняное. Напоследок припас. Блин, сейчас затралит. Ну да, но тут их было очень много, и непонятно, какая полетит впервые.
Да, виноват, потому что. Да что, ну это же, ну, вот это вот было глупо, тут не было сложного момента. Ну интернет он такой, да. Ну, я думаю, еще не больше 30 минут. Затралил, затралил. А-за-за. Что ж вторая стадия такая нестабильная? Да хорош, ну... Вот это вообще тролльство. Я-то вымикрил, но только я ему урона вообще не нанес практически. Мне просто было интересно, если в него пострелять после того, как щит снимется, что будет. Ну, оказывается, он все еще плюется. Заметил я это поздновато.
Забыл, что второй прыжок уже сходу. Что за жесть? Ну, зато урона влил, в принципе, неплохо. Выжил. Жесть, что за фигня? О, Соник все-таки, да? Ну ладно, задачу я на сегодня выполнил, прогресс получил. Спасибо, мистер Икс, за то, что подсказал, как пройти бомбочки. Это действительно импотактика, слева там вот так попрыгивать. Just Observer, спасибо, что подсказал, как проходить бомбы. Реально, и то теперь изи. И я думаю, теперь я до этого Соника буду всегда доходить, как только буду мусор Рю размикивать, потому что там немножко нестабильно. Вот. Но это уже будет на другом стриме. Либо завтра, либо послезавтра. Я просто не знаю, завтра выйду ли я на работу, потому что я же что-то приболел тут. Ну вот. Ну, если то не выйду, то, скорее всего, постримлю, потому что, ну, я не настолько болею, чтобы вообще валяться, да? Вот. Ну, собственно, всем спасибо, что смотрели. Блин, что слышно. Увидимся на следующем стриме. Пока.